Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости». В студии Николай Ухин. Смотрите в этом выпуске. Здесь будет новый дом. На месте снесенного здания на Богдана Хмельницкого, 14, начались изыскательские работы. Участок определен. Где построят кампус Заполярного государственного университета? Они – банда, брас-банда. Знаменитый каирканский коллектив отмечает юбилей. В Красноярске стартовал 18-й Красноярский экономический форум. Его ключевая тема – «Сибирь. Экономика будущего». Работа форума в этом году ориентирована на обсуждение приоритетных вопросов экологии, зеленой экономики, а также развития ресурсного потенциала Сибири. В работе площадок примут участие и представители Норильска. Так, в состав Норильской делегации вошли глава города Дмитрий Карасев, его заместитель по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов и директор агентства развития Норильска Максим Миронов. В четверг глава города примет участие в работе площадки промышленности «Экологическая трансформация». Он выступит с докладом и примет участие в открытой дискуссии на тему «Эко-френдли промышленность, эффективность и выгода против глобального тренда». Участок под строительство кампуса Заполярного государственного университета определен. Его планируют возвести на свободной площади в 15 тысяч квадратных метров между городской детской больницей на 50 лет Октября и Норильским техникумом технологии и сервиса. В ходе селекторного совещания представители компании и краевого правительства обсудили основные моменты, касающиеся выделенного участка. Так, участники совещания отметили, проект предусматривает достаточно места под кампус. При этом сохранено все необходимое для привычной деятельности больницы и техникума. На сегодня основная задача – уладить юридические моменты, связанные с перераспределением смежных земель, которые сегодня принадлежат этим краевым объектам. На сегодняшний день необходимо организовать процесс выделения участков от техникума и от больницы, и их объединения. После того, как эти два участка будут переведены на муниципалитет, необходимо поменять вид разрешенного использования. И, соответственно, компания должна принять участие в конкурсных процедурах, которые должен организовать муниципалитет для того, чтобы в последующем начать строительство. Напомним. Кампус будет построен к 2025-2026 году на средства, выделенные Норникелем сверхинвестиций в социально-экономическое развитие Норильска. Компания взяла на себя обязательства в связи с тем, что городу и Норильскому дивизиону в частности требуются специалисты. А общежитие позволит привлечь на территорию иногородних студентов, а значит и будущие кадры. Снос дома на Богдана Хмельницкого, 14, практически завершен. Городские власти сообщили, что демонтаж выполнен примерно на 90% и уже начат следующий этап – изыскательские работы, необходимые для разработки проекта строительства многоквартирного жилого дома. Изыскания проведут по трем направлениям – геологическому, геодезическому и экологическому. Тему продолжит Екатерина Алексеева. Сейчас на Богдана 14 приступили к инженерно-геологическим изысканиям, необходимым для проектирования будущего здания. Для этого пробурят 6 скважин глубиной по 15 метров каждая. На момент съемки пройдены первые 10 метров. По результатам изыскания на глубине 10 метров, первые полметра – это техногенный грунт, то есть это остатки строительного мусора, остатки продуктов жизнедеятельности человека. Дальше идет мерзлота. То есть на глубине 10 метров мы пока наблюдаем мерзлоту. Причины, по которым это здание пришло в аварийное состояние, ну, наверное, будут делать специалисты по мерзлотному контролю, специалисты-проектировщики. Весь комплекс изысканий планируют выполнить к 30 июня. После этого на конкурсной основе выберут проект дома. И, исходя из него, установят специальные трубки для геотермических наблюдений в онлайн-режиме. Другими словами, состояние фундамента здания, которое построят на этом месте, будет мониторить искусственный интеллект. Кратко скажу, будут буриться геотермические трубки, которые будут упаковываться непосредственно термокосами, запечатываются и в онлайн-режиме будут передаваться на сервер. Сервер, в свою очередь, передает массив данных на обработку искусственного интеллекта. И искусственный интеллект, в чем преимущество, будет это первый пилотный проект, в чем преимущество, что мы можем просчитать с помощью искусственного интеллекта, насколько будут долговечны строительные конструкции, дом в целом. Специальные датчики способны заметить любую течь в подполье и моментально передать информацию о ней в центральную базу. Такая технология в Норильске будет применена впервые. Она позволит сохранить устойчивость здания на долгие годы. Екатерина Алексеева, Евгений Журнов, Норильские новости.
Жители Красноярского края больше не услышат фразу «предъявите QR-код». Внесены изменения в коронавирусный устав губернатора. Так, теперь графический код, подтверждающий факт вакцинации, не нужно предъявлять в торгово-развлекательных центрах, общепите, салонах красоты, театрах и кинотеатрах, библиотеках, фитнес-центрах, бассейнах, а также при посещении спортивных, конгрессных и выставочных мероприятий. Ограничения по заполняемости залов тоже утратили силу. Указ отменяет и введение дополнительных ограничений для граждан, прибывающих в Норильск и Дудинку из других регионов и городов страны. Стоит напомнить, QR-коды отменены, а вот маски не сброшены. Масочный режим на территории региона по-прежнему действует, поэтому рейды продолжаются. Так, сотрудники администрации, Роспотребнадзора и полиции проверяют водителей и пассажиров общественного транспорта. Сегодняшнее мероприятие с начала 2022 года, 12-е, всего в рамках данных мероприятий была проведена разъяснительная работа в 115 автобусах. Также по фактам данных мероприятий сотрудниками полиции было составлено 7 протоколов об административных правонарушениях. Отметим, коронавирус действительно теряет свои позиции. Красноречивее всех об этом говорит статистика. Так, по состоянию на 2 марта за минувшие сутки в регионе плюс 2111 заболевших. Для сравнения, ровно неделю назад эта цифра была в 2,5 раза больше. А вот Норильску пока похвастаться нечем. Плюс 105 зарегистрированных случаев. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен. До 3 часов 45 минут по московскому времени 8 марта. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, отметили в Росавиации. Для доставки пассажиров российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. В связи с продлением ограничений работы аэропортов Ростова-на-Дону и Краснодара, авиакомпания Nordstar уведомила об отмене ряда рейсов. Для оформления возврата и обмена авиабилетов, а также для изменения маршрута, пассажирам необходимо обратиться по месту приобретения билета или в контактный центр авиакомпании. Образцовый художественный коллектив «Брас-банда» в этом году отмечает юбилей. На протяжении вот уже 10 лет ребята из Кайрканской детской школы искусств удивляют своими шоу не только жителей Большого Норильска, но и других городов России. С юными звездами познакомилась Екатерина Алексеева. Я играю на барабане на малом. Я играю на таком инструменте, как тарелки. Я играю на инструменте саксофон. Я играю на инструменте труба. На валторне я играю уже 5 лет. Я играю на малом барабане. Let's go! А вместе они – банда, брас-банда. Днем ребята ходят в школу, а вечером превращаются в настоящих звезд сцены. Отточенные движения, каждая нота под контролем. На их концертах зрители восхищаются не только музыкой, но и зрелищем. Ребята танцуют с медными инструментами – трубами, тромбонами, саксофонами. И, конечно, барабанами, с которых, кстати, все и начиналось. Началось все с барабанов. Началось все здесь в 2010 году, когда я решил собрать барабанное шоу на базе школы нашей КДШИ. И мы сделали, значит, барабанное шоу. Так все у нас лихо получилось и красиво. Мы там даже успели первое место взять на конкурсе, что мы решили идти дальше. И идея была такая, чтобы заставить двигаться не просто только барабанщиков, но а также и детей с инструментами. Первый концерт брас-банды прошел в 2012 году и понеслось. Сегодня в основном составе 35 ребят от 9 до 17 лет. За плечами выступления на площадках в Москве, Санкт-Петербурге и Анапе. Дважды выступали в лагере «Артек». Я всегда шучу, когда мы играем на большой земле, на материке, что мы так двигаемся, потому что город очень холодный, и поэтому мы такие, типа, живчики. Недавно музыканты вновь дали концерт, где под руководством своего неизменного музыкального папы Алексея Пупика вновь удивили норильчан. Световое шоу на барабанах, бит баскетбольными мячами, смена нескольких образов. Все это вместе с приглашенными гостями, танцевальными коллективами Норильска. В репертуаре исключительно хиты. Выступление никого не оставило равнодушным. Не первый раз на так хорошо сходил. А я не первый год прихожу на концерт брас-банды. Я влюбилась в них с первого только звука.
Просто невероятные эмоции. Такие молодцы ребята. Мне так понравился этот концерт, что мне не хочется даже отсюда уходить. Но приходится, потому что уже закончилось. Мне нравится больше всего труба, потому что я на ней занимаюсь в музыкальной школе. Я тоже пойду потом на брасс-банду. Было очень шикарно, драйвово, зажигательно. Мне очень понравилось. Я как бы сам бывший участник брасс-банды. Вот, пришел посмотреть первый раз со стороны. Тем, кто на концерт не попал, расстраиваться не стоит. 26 марта брасс-банда снова выступит на сцене Маяковки со своей юбилейной программой. Екатерина Алексеева, Евгений Журнов, Владислав Моисеев, Норильские новости. А у зрителей Норильск ТВ, как всегда, лучшие места. Мы покажем концерт брасс-банды 8 марта в 20:45 и 12 марта в 15:05. А у нас на этом все. Следите за нашими новостями на сайте norilsk.tv. Я с вами прощаюсь, в студии был Николай Ухин. Всего доброго!